вот две площадки. Здесь вот площадка для воркаута, здесь мини-футбольная, вот это для проведения мероприятий. Вот это будет 100-метровая дорожка, наверное. Да, да, вот 100-метровая, да. То есть два входа, безопасно. Дорожка – это тротуар. Трибуны, здесь, все здесь помещается. Да, и трибуна помещается. Пока новый стадион только на бумаге. Но в скором будущем, убеждены участники выездного совещания, он обретет реальные черты. На его строительство больше 30 миллионов рублей выделяет край, еще 8 – муниципалитет. Но часть этой суммы готовы вложить местные инвесторы, руководство санаториев. Буквально два дня назад был случай, что человек ехал устраиваться на работу, приезжает, о, здесь стадион есть, понимаете, значит, здесь есть будущее, здесь есть где детям заниматься, чем... Это очень большое дело, подспорье для города. Новый стадион будет отвечать всем современным стандартам, уверены инвесторы. Такой объект давно ждут жители города. Люди радуются, что спортивная площадка сохранит свое основное назначение. В разные годы здесь хотели построить то кинотеатр, то торговый центр, но выбран курс на здоровый образ жизни. Не получится так, что пройдет еще пару лет, мы скажем, дома, что площадка не нужна, или стадион не нужен. Получится. Наоборот, да? Это точно. Если начнем, решение, то это уже закрепится. Это верное решение. Да, все-таки предусмотрев место для проведения массовых мероприятий, то это будет такой комплексный подход, который, я думаю, жители города вызовет только положительные эмоции. Добавим, что строительство стадиона начнется уже в следующем году. Елена Макаренко, «День с толком».